Здорово, друзья, с вами Ял. Что ж, сегодня мы с ребятами решили собраться и записать для вас эпичный мини-гейм Fortnite песочницы. Называется он Лаки Битвы, ну и вы все прекрасно знаете, откуда это пошло. Пишите в комментариях под этим видео. Ну а я вам расскажу правила, по которым мы сегодня будем играть. Мы построили 20 комнат, ну или же таких вот лаки-блоков, в которые сложили лут. Да, лут мы поделили на категории, то есть это категория оружия, категория ловушек и всяких, я ее называю категория В, всяких баунсов, костров, джампедов и так далее. Следующая категория гранат и еще одна категория приколов, собственно, там у нас граплер, ударные гранаты, всякие крепости и так далее. То есть, ну и также еще одна категория шилдов, миников, различной медицины, то есть чтобы похилиться. Все эти категории мы разделили и рандомно разложили лут в эти коробки, то есть в эти лаки-блоки. Чтобы достичь максимальной рандомности, мы с ребятами поделились на команды и раскладывали лут по линиям. То есть нас четверо, мы раскладываем лут по своей линии, естественно, по 5 лаки-блоков, получается всего 20 комнат. И те участники, которые раскладывают свои линии, они не могут их лутать в итоге. То есть мы раскладываем линии и можем лутать только 3 линии других участников. То есть чтобы не получилось так, что мы сложили лут и потом сами же залутали свой же лут, то есть это уже не лаки-блоки получается. В итоге также мы внесли такое правило, что мы можем залутать только один предмет, то есть мы открываем лаки-блок, заходим и выбираем только один предмет из 5. Это тоже придало некой рандомности. Ну и естественно, после того, как мы залутаемся, мы будем сражаться со всем этим лутом, и победит тот, у кого будет наибольшее количество киллов. Да, за определенное время, естественно. Что ж, друзья, сегодня у нас немного обновленный состав. У нас сегодня Доми, вы его прекрасно знаете. Раф, вы его тоже прекрасно знаете, если давно подписаны на мой канал. И Салливан, это у нас новенький парниша. Ссылки на канал, ребят, есть в описании под этим видео. Подпишитесь на них, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если хотите смотреть мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать. Ну и, конечно же, буду рад вашим лайкам и комментариям. Что ж, всем приятного просмотра. Погнали! Всем здорово, друзья, с вами Ял, и что ж, сегодня мы с ребятами поиграем в песочницу. Это будут Лаки Битвы. Здорово. Всем привет, друзья. What's going on, guys? О, понятно. Да, Рауч тут качает и как раз... Дискотека! Слушай, а ты реально, ты как дроп-бит сделал. What's going on, guys? Смотрите, летите все сюда. Смотрите, у нас есть вот такие вот лаки-блоки. Да? У каждого будет выбор, один лаки-блок, но нельзя будет выбирать свою линию. То есть, допустим, вот это моя линия, я не могу из этой линии выбирать ничего. Вот. Мы сейчас должны будем залутать все эти лаки-блоки, собрать себе 5 слотов, ну и, собственно, потом сражаться в пышных пальмах в течение 10 минут. Ну что, вы готовы? Я готов. Давайте по очереди, вот как раз с линии начинать. То есть это у нас Салливан, да? Да я. Давай, Салливан, выбирай. Выбирай. Так, выбирай. Хорошо, погнал. Погнал. Так, кому? Кому? Дверь, верю двери. Давай. Чё, так. Открывайте двери все. Ну, показывай, что? Ну-ка, что ты там выберешь? Подожди, я выберу динамит. Окей. Так, следующий Равыч. Я, да? Да, вот Равыч, давай. Ладно, я тогда выберу, наверное, вот это вот. Не знаю, что здесь. О май. Так, это мне нужно, Чёрт. Да, детка. Окей. Познакомимся с моим маленьким другом. Следующий у нас домик, окей, погнали. А я выберу, допустим, вот этот лаки-блок. Офигеть, граплер-ракетник, взял граплер. Так, теперь я, да? Блин, опасно. Я, наверное, блин, я даже не знаю. Давайте вот этот. Чё, он здесь? Слушайте, дробовик. Да, подкрывай дверь. Блин, я не знаю. Ну, давайте, наверное, дробовик. Может, у меня не будет дробовика. Хорошо, так, следующий, Салливан. Салливан, выбирай. Салливан, давай. С динамитом бегай. Сюда. Так, что? Твою мать! Давай. Что там не очень? Винтовка. Не тот взял. Нормально, бери. Окей, Равыч. Равыч. Окей. Давай. Что там? Да, тяжелый дробовик. О, блин! Вот так вот. Вот это жесть. Аптечку!
Сучка забрал. Специально, чтобы пожлить в доме, чтобы дробовик лежал, он не мог его взять. У меня он уже есть. Я открываю средний вот этот. Так, чё? Тяжелый. О, нет! Взял, я к тебе больше ходить не буду. А, да, у меня там такой себе лут, хотя я оставлял хороший лут. Так, теперь я? Жаничаешь. Так, да. Я выберу, ну, вот этот, наверное, вот этот. Так, а ты где? Мы тебя не нашли. Вот он, последний. ППХ! Отлично! Да, ну! Да, я взял ППХ. Найс. Салливан. Хорош. Так, к Йеллу не ходить. Вот сюда. К Йеллу не ходить. Да ладно, чувак, у меня там есть классные локи-блоки. У меня там есть классные. Нет, я тебе уже не верю, я тебе два раза поверил, все. Спасибо. Все, хватит. Ты просто в первое зашел, да. Так, а я вангую, что... А кто сейчас? Кто сейчас? Равыч? Я. Подождите, а я? Или не я? После Салливана же я. А, да, точно. Ты чё? Я уже вперед забежал. Нормально, ты там уже. Хочу быстрее. Короче, ладно, давайте вот этот. Давайте. В принципе, чё, неплохо, да, неплохо. Как бы не знаю, что выбрать такое, всё такое, типа... Случайно только не подбери что-то. Ну ладно, давайте вот эту вас серую шмяку возьмем, ладно. Окей. Я беру самые лучшие вещи. Теперь я. Так. Давай, Домик. Я думаю, вот это будет неплохой со скальком. В смысле? Револьвер? Нормально, револьвер, че? Бери. Нет. Я беру слёрп. Слёрп? Так, теперь я, правильно? Да. Я вот этот первый открою. Так. О май омо, блин. Да, вот видишь, я тебе занес сразу. Не, ну у меня есть ППХ, я не хочу ее менять. Я возьму, пожалуй, малое зелье. А я начинаю немного нервничать, у меня нет автомата. У меня тоже. Я очень нервничаю. Осталось два слота, три слота, да, или два? Два. Все, помолились. Давай. Вот, видите, ловушки, смотрите, ловушки разделенные. Вот. Спасибо. А чё, на, бери пистолет. Я возьму карманную крепость. Серый пистолет, бери, чувак. О, ладно, окей, хорошо, так. Все открыто уже начинает, да. Хорошо, что мы дверь открываем, ребят, не забывайте. Ладно, давай вот эту первую, самую плохую, наверное, да? Как-то тут все не очень. Да ладно, не очень. Почему? Динамит. Динамит, окей. Все, забрал. Зачем шарики, когда ты так можешь? Я теперь, да? Доми, давай. Давай. Давайте вот этот. Вообще никто с гарой не пользуется. Автомат. Я автомат возьму. И баря там? Офигеть. Да, я не могу рисковать, потому что у меня автомат-то может быть. Так, а что? Теперь я? Да. Так, давайте я возьму... Ну, наверное, вот это. О май лорд, баря. Баря? Ох ты, на. Баря, ловушки. Двери, парни, я беру. Двери, не забывайте. Че вы? Да. Так, подождите. Ох, камон. А мы обязательно должны что-то в слот ловушки поставить? Подождите, 5 же слотов, правильно? О май гад, у него скара. О нет! У меня, кстати, тоже скара нет. Он может взять скар, но у него автомат уже есть. Да, у меня уже есть тяжелый. Так, кто следующий? Равыч? Равыч. Да, а что, один остался, походу, да, ящик? Какой неоткрытый один? Вот неоткрытый один. И... А, все, да? Это все, это последний. Ну, смотрите, хотя, подождите, у меня 4. И у меня 4. У меня 4 тоже. У меня тоже 4. А, ну вот они. Вот еще, да, вот передние. Давай, Равыч. Это моя, это нельзя открывать. Это моя. Разве? Да, моя третья. Ну посмотрите на... Вот ламы, вот ламы. Не, вот это вот. Подожди, где ламы? Вот ламы. А вот это мои. А, все, окей, понял. Ну ладно, давайте верю. Что ты мне приготовил? Что это, Доми? Ну, как тебе сказать? Нормально, гранатомет. Взял гранатомет. Так, и я теперь, да? Да. Блин, что-то у меня... Равыч, поверю тебе, Равыч. Да, камон. Я могу 2 граплера взять? Можешь 2 граплера взять. Отлично. Фак. Мои граплеры. Окей. Так, кто теперь? Доми любитель граплеров. Теперь я? Понятно. Да. Ну да. Так, а где еще один? Потому что остался один мой. Вот тут спереди вроде. Вот тут точнее. Тут? Да, вот он, последний остался. Так это мой. Блин, и чё твой будет? Да, это мой. Где еще? Ищем еще тогда. В передних рядах вроде были. Закрытый. Что-то все вроде бы уже открыто. Все открыто, тут открыто. Все открыто, да? Да. То есть у тебя остался, у тебя твой остался. У меня 4. Да, у тебя твой остался. Ну, тогда я беру. Ладно, давайте посмотрим, что там ему выпало. Давайте. Оу!
Нормально. Ну, типа, слёрп, ловушки, чё-то тут... ППХ нормальная. Я даже не знаю. Сейчас, пацаны. Ну, давайте я возьму, пожалуй, слёрп. Ой, я не то взял. Я хотел слёрп взять. И не взял слёрп. Раскучи нектар, вот, всё. Окей. Летим все на пальмы? Давайте, летим на пальмы. Мы можем в любой... Да, мы можем приземлиться куда угодно в рамках пальм. Именно города. Mm-hmm. То есть, ну, в смысле, по дороге можно ориентироваться. Короче, да. Вот это локация... Смотри, вот это вот. А мы не видим метки. Да, мы не видим твои метки. Fuck. Поэтому давайте разлетаемся в рамках города. Смотрите, у нас 5 минут. Я засекаю 5 минут. По истечению времени у кого будет больше киллов, тот победил. Окей. Окей, нажимаем возродиться на счет. Давайте, готовы? Да. Возрождаемся на счет 3, 2, 1... Go. Жмите. Так, и ничего не лутать, верно? Ничего не лутать, кроме ресурсов. Кроме ресурсов. Все, удачи. Удачи, пацаны. Всем удачи. Победит не пингующий. О май гад, я... О май амул. Да-да-да. Вообще не дирил. Я там в доме, о, черт. Доми, уходи, отошел. О, нет, он стреляет уже, пацаны, он уже стреляет. А ты что думал? Ах ты гадость. Я тут ждать тебя буду. Рыжа мавпа. Да, подожди. Да. Нет! Нельзя! Ух ты, нельзя! Пинг 300! Автомат, просто автомат, ребята. Вообще, у меня нет шансов. Первая кровь. Жесть. Вообще без шансов. Такой лол. Ты не успокоился? Ух ты. Пацаны, не забывайте, играем на киллы. Да. О май гад. Что тут происходит? Ничего. Да, Равыч, здравствуй. Not bad. А где Доми? Он бесит меня так застраивать. Построй нормальную рампочку, я тоже мог забраться. Я почти убил его! Ой, мама! Понял! Понял! Ловушек он там своих понаставил! А, скидывай! Да! Спасибо, я лучший! Капец, ты вообще просто не очень! О, нет! А ты меня, кстати, убил! Почти! Я знаю, я бы тебя убил бы, если бы я очень! Здорово! Это был мой план! Меня бы только ленивый не убил, на самом деле. Да ладно. О май гад! О нет! Это что такое? Я тебе помог! Сори, бро! Да на меня все напали. Спасибо за помощь, но мне нужно жить. Че у вас там за помощи, я не понимаю, что такое? Да, у них это взаимопомощи. Че за фигня, что происходит? Надо решать вопрос. Обкашляем вопросик? Вот именно что, обкашляем сиропчиком от кашля. Гляньте, они... Что вы делаете? Так нельзя! О, третья пати. Да, ял. Третья пати. Ёб твою мать! Я тебя классно закрыл. Что за... А, он упал, блин! Он разбился! Нет! Нет, Рава, чё убил ещё? Пипец, этот автомат просто нереальный. Как жить? Офигеть! Ребята, я забыл, что ловушки есть вообще. Да. О, черт. Ребят, время идет, мы 5 минут играем, если что. Так что пытайтесь сделать свой килл. Здравствуй. Пытайтесь сделать свой килл. О, нет. Есть. Я выжил. О, нет. Я забайтил ее. Ты забайтил ловушку? Ты читер. Да. Блин, ну ты жесткий. Кто там приземлился? Не забывайте, ждите, потому что приземляются, видишь, они этим пати все пытаются. В смысле все пытаются? Доми все время так меня убивает. Ничего не правда. Че это так? О, нет. Равыч, здравствуй. Вот я ж говорю. Просто потому что автомат. Подэм. У каждого был свой выбор, что взять. Так у меня не было автомата ни разу. Ну, не повезло, лаки-блоки такие. Лаки for the win. Да, не совсем и лаки. Ял, привет. Пошел отсюда, нет! Ааа, два пати! Отстаньте! А, нет! О май гад, жить!
Есть, хух. Равыч уничтожен. Черт. Офигеть просто. Никого убить не могу. Ноль. Постарайся, Равыч, давай. Ну, как постарайся? Смотри, ты все время сверху. Так, а ты не лети, не лети. Попытайся не лететь на эту, на билд. В смысле? А в чем тут прикол? А, боже! Нет! Стой! Стой, я сказал! Ну, блин, а тебе спёт... Что это? Так, пока Думи лидирует. Сколько у тебя киллов? Сколько у тебя киллов? Он меня уже 8 раз убил. 5, блин. У меня 4. 8 раз, в смысле, у меня 5 киллов. О, время вышло! Вот и 5 минут прошли, да? Джи-джи. 5 килов. 4 кило. В доме побеждает. Вот гаденыш. А, блин. Это было весело. Джи-джи. На самом деле надо просто больше времени. Смотрите, а пока еще зона идет. Давайте второй. Давайте продолжим. Кто хочет продолжить? Окей. Давайте продолжим. Только давайте одновременно. Погнали. Давайте одновременно выпадем. Давайте. 3, 2, 1, go. Возрождаемся. Я бой. Еще 5 минут. 4, 3, 2, 1, доп раунд. Пацаны, не забывайте, что можно, блин, уйти просто. Просто спрыгивайте и улетайте. Ну, типа, не обязательно. Это ж скуч. Ну да, да. Ну это просто. Это слишком просто, да. Ну просто тут один, видите, вы прилетаете на одного Петю, который на хайграунде сидит. Гаденыш. Ну, да, и умираете от него вечно. Фарме, да, 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 да. Одна и та же тактика. По старым чертежам работает. Ну блин, это работает, работает. Что я могу поделать? По старым чертежам. В смысле? Ребята, убейте его. Я не могу. О, есть. О, крепость, лол. Спасибо. Он крепость поставил. Я пытался. Я пытался. Это просто нереально. Так, где вы есть? Ну да, он неплохо играет. Ох ты, вы тут уже. Блин, и самое прикольное, что умер не тот, кто нужен. Не тот, кто не умер, не тот, кто нужен. Умер невинный. Вот именно. Умер невинный человек. Умер не тот, кто нужен. Ну да, я вообще пришел за другим. Как насчет моего дяди? Ты дал ему шанс. Как насчет моего дяди? Здравствуй, Равыч. А чё вы его даёте? Ты только что был сверху, почему ты уже здесь? Что у тебя с пингом, я не пойму. Убейте его, пацаны. Блин, я не могу, он вездесущий. Вездесущий? Салли хорош. Вы чё? Там прошло сквозь тебя, понимаешь? Это у него КП просто закончилось. Сейчас он опять соткой, его фиг убьёшь ещё раз 20, серьезно. Просто невозможно. О нет, о нет, о нет. Блин, пока спустишься, 40 лет пройдет. Я забыл, что у меня нет пушки, которая мне нужна. О май гад, ты что творишь? А, нет, все нормально, все нормально. Салли, здрасте. Не надо! Не надо, здрасте! Надо, надо. Не, одному тут нормально. Да кто там сверху-то? Как всегда. Так, знаете что, ребят? Знаете что, ребят? Знаете что? Не, ничего. Хотел сказать, что это умное, но понял, что это не умное. Почему все молчат? Здравствуй! Надо пользоваться своими граплерами. Пока есть. Чувак, какого хрена, объясни мне. Что именно? Я тебя шотнул со сраного дробовика, чё ты не сдох? Да, я знаю. О, салют, ты сделал то же самое? Точно такого же легендарного дробовика, но я сдох. У него не легендарный даже, у меня фиолетовый. Тем более, у меня легендарный. Какого хрена? Нет! Уйди! Нужно изучить Fortnite дамаг. Дамаг. Отстань от меня! Ай, боже мой. Как бесит эта битва строителей. Все. У меня пинг 400, какая битва. Да, меня тоже, Равыч, меня тоже бесит, поэтому, знаешь что? Поэтому до свидания, ребята. Еее, Салливан. О! Не понял? Я знал. Ну, неплохо, неплохо. Красиво. Всем пока. Увидимся. О, что, зона? Все? Нет! Да! Здравствуйте, да. Сколько у кого киллов? У меня 13. Да! Зачем вы все летели на него? Блин, чуваки! Мы могли 13. Просто его сбить оттуда и все! Что я сделал только что? Джи-джи! Блин, просто прилетали на него и отдавались, лол! Окей, джи-джи! Джи-джи! Это было красиво. Эпичная концовка. Ну да, забавно.